Эй, привет, друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Вот такой я красивый сейчас, только что-то у меня с ногами. Какой-то я дистрофан получается. Ну ладно. Игра называется Blue Shift. Сейчас мы с вами немножко полетаем. Ну что, давайте начнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте перейдем в комнаты. А вот хочу сюда. Ух. Что надо делать? Так. Ух, 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 ух. Я не туда, да, наверное, полетел. А было в трубу. Так, ну вот мы возле трубы. Ну что, поехали? Ох. Ой-о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 й
Так, так. Эх, вылетели мы из трубы. Так. Уху! Вылетели. Еще разок. Так, нам нельзя вылетать из трубы. Вылетели мы опять. Нет, вернулись. Ах, резкий поворот. Так, давайте теперь попробуем локацию Марс. Зайдем в нее. Ой. Поехали. Так, ну что? Ага, мы выходим. Давайте долетим до куда-нибудь. До корабля, может быть, и долетим. И у нас 400 километров в час. Наша скорость. Оттолкнулись. Так, или мы не долетим до него? Хотя нет, приближаемся вроде. Так, скорость наша. Почти 500 километров в час. Нет, мы до него не долетим. Да, это конец карты. Уху, как мы высоко забрались. Давайте опустимся. Так, а если мы рухнем на землю, интересно, мы погибнем? Пах, нет, мы не погибли. Оп, камень уперлись. Вот такая вот леталочка у нас. Давайте облетим эту гору. Давайте еще раз
Самый верх поднимемся. Так, мы уже подходим к краю. Вот как мы высоко забрались. Классные пейзажи Марса. Ну, простые полеты. Игра несложная в управлении. Только я, правда, не знаю, зачем тут эти пушки здоровые нужны. Жух. Бах! В гору мы врезались. Давайте поднимемся повыше. Еще выше. Красота. К сожалению, нам тут убивать некого. Мы вылетаем за карту. Так, ну что, давайте попробуем следующую комнату. Так, выберем другое оружие. Так, здесь мы выбираем оружие. Или вот это зелененькое. О, пулеметы мне больше нравятся. Так, а здесь у нас что? Так, здесь, наверное, у нас выход. Нет, нам туда не надо. Давайте сюда попробуем. А, мы вернулись сюда. Так, давайте попробуем полетать на Луне. Так, мы не упали. О, все, упали. Наша Земля. Конец карты. Смотрите, как красиво это выглядит. Пойдемте на самый верх. Такое яркое солнце. Это луна, детка. Ну и еще одну карту покажу вам. Пойдемте. Так, давайте возьмем теперь вот это оружие, синенькое. Я видел тут классную одну комнату. Сити. Давайте попробуем в городе. Ага, вот такой город. Ну, конечно, графика тут. Давайте взлетать. Так, что-то мы не взлетаем. Так, мы тут, наверное, не можем зайти. Так. Что-то подняться я так и не могу.
Эх. Так, а в здание куда-то взлететь? Наверное, мы... Нет, тут. Ой, там какой-то кончик. А, там конец карты. Так, ну я так и не могу взлететь. Ну, в общем, вот такая вот игра. В принципе, для развлечения полетать. Советую всем Марс. Советую всем полетать по Луне. Ребята, обязательно делитесь этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.